Неужели нельзя ходить и шутить? Пацаны, вы ходите шутить? Давайте попробуем ходить и шутить! А если музыку включим какую-нибудь бодру, так вообще круто получится! Так идите сюда. И они подходят вот так рядом к ВНГ, как в старые добрые времена. Давайте все вернем, как было. Банкеты после игры. Банкеты во время игры. Банкеты до игры. Миниатюры во время. Так, значит, будешь птицей гордой, осадочка такая, крылышками машин, голубочек, да? И когда ты будешь ходить, я буду звать тебя тихо-тихо-тихо-тихо, а ты подходишь и как кошка ластишься. Давай попробуем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты еще тупой голубь, вот так вот будешь ходить, понял, да? Здравствуйте, вы будете? А почему Джон снова умер за дозор? Вы курите? Что, тупая, что ли, басись? Молодой человек, вы курите? Да, курю. Просто у нас акция проходит, мы меняем любые сигареты на пачку майки. А, бомбы нет? Да. Извините, у меня тут только парочку осталось. Да ничего страшного. А что, вы серьезно, прям сигареты меняете, да? А почему стены снесли? Сики. Купинские пацаны играют в крокодил. Я включу песню, она мне поможет вспомнить. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел лицо швырнул. И обугленный фильтр на пальце не оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь. Ты идешь, ты моя, на тебе. Я приятную дрожь. Вот, дрожь, на улице холодно, шапочку не забудь одеть. Вот конец нашей визитной карточки. Дорогие друзья, мы 10 лет уже играем в КВН, но и 10 лет мы работаем организаторами праздника. Александр вот с детьми работает. Пока. И знаете, в конце нам хотелось бы сказать, посмотрите вышку и поймайте тишину. Пусть следующая команда в тишину выиграет. Лохочет плохой, спасибо. Молодежный центр, пионер, пожалуйста.
Сочи. Что подарите вы нам? Магнитик. Мы дарим вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Ну, а мы тогда в вашей лиге больше играть никогда не будем. Весома, весома. Столик, пожалуйста. Мы дарим вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Ну, поездку в Чулвин. Вы тоже должны меня выиграть в домино, наверное. Это все равно. Мы дарим вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Ну, мы после фотографии на телефоне покажем. Девочки, очень хорошо, спасибо большое. Юля, и следующий вопрос у нас. Не знаю, кто в темноте, чтобы кто-то большой встал. По-моему, это Евгений Зайцев. Судя по размеру. Пожалуйста, Евгений, ваш вопрос. Он может быть не смешным, кстати, это не обязательно условие. Если смешной, вообще классно. Ну что ж, неожиданно, как обычно в Сибири, наступил холод в октябре, отопление не дали. И теперь вопрос, как одинокому популярному молодому человеку согреться осенними вечерами? Это не тебя надо спрашивать. А, да? А, да. Столик, пожалуйста. Ехать в Чулым, там отопление дали. Как молодому популярному человеку согреться холодными осенними вечерами? Да я вроде не замерз. И мой друг, пожалуйста. Итак, как молодому популярному человеку согреться холодными осенними вечерами? Берете вот так две ладошки, вот на них дышите вот так. И за шею вот так директора Жека и душите очень сильно. Хорошо. Я не настолько старый, чтобы знать директора. Женя, аккуратнее пить мои глаза, аккуратнее пить. Оп! Оп! Всегда кажется. Итак. Тут поплыл. А, да. Как молодому, популярному, симпатичному, с квартирой в центре. Молодому человеку согреться осенним холодным вечером. Ну, мы тебе одеяло можем дать. Да лучше бы его лицом выбрали, да? Это шутка, конечно, нет, это было бы гораздо хуже. Пожалуйста, плохой, очень плохой. Я тебя не приметил. Ну что ж, как молодому, популярному человеку согреться холодными осенними вечерами? Где этот молодой? Что ты делаешь? Вот, друзья, еще один вопрос раздался. И задает ее... На самом деле вопросов куча. Хоть в голове надо сразу как-то выбрать один. Ну давайте, чтобы прямо четко что-нибудь стихотворное закончить строчку из стихотворения вам будет. О, здорово! Обожаю строчки. Вот, все обожают, я на самом деле могу придумать какую. Ну, да ладно. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А чё явилась? И продолжите. Только цензурника, пожалуйста. У нас тут КВН, между прочим. Они... какой-нибудь. Это мы аккуратненько отвечаем. Зрители так задумались, они ещё тоже хотят закончить. Вам можно не заканчивать. Просто расслабьтесь. Все в порядке. Вопрос очень сложный, как мы видим. Никому вопрос Игорь не рассказал перед игрой. Хотя, может быть, вот этому рассказал. Раз плохой ты, очень плохой. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. А что явилась? То не запылилась. Я помню чудное мгновение. Передо
явилась бы. А что явилась? Мы же в бане тебе в другую дверь пойми. Передо мной явилась ты. А что явилась? Я, кстати, что явилась? Продлевать будете? Прошу прощения, можно без «что явилась» в конце? Хорошо. Главное, все правила диктуют. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Ты очень клевая, серьезно, но Зайцеву ты сейчас нужней. Отчаянно. А мне не страшно, мы бал проигрывали. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А что явилась? А правильно, ничего, а что? Ра-та-та-та, то-то-то-то. Вы теперь
такие дяди Сережи могут баллотироваться на руководящие должности. И мы будем обсмеивать их и обстёбывать, пока они не исчезнут с нашей страны. То есть вечность? Нет, пока не умрём. Команда говорит, плохой, плохой, спасибо за сезон.